Привет, друзья! Кажется, наше лето будет еще жарче, чем обычно, ведь столько игр выходит в мае-июне. Например, Mirror's Edge Catalyst. Я уже и забыл про него, а тут выложили целых два новых видео. Фей такая же быстрая, мир такой же футуристичный, и никто до сих пор не может в нее попасть. Или вот No Man's Sky выходит 22 июня. Играть может и инди, но стоить будет 60 баксов. Коллекционка с кораблем вообще обойдется в 150. Хотя, если поделить эту цену на 18 квинтиллионов планет, доступных для исследования, то получается очень даже выгодно. Не то что до осени хватит, еще и правнуки проходить будут. А 13 мая выйдет Doom, и у тебя, дорогой друг, есть настоящая возможность повлиять на судьбу игры. Ну, как игры? Выбрать обложку. Вот два стула. А если Doom будет плохо продаваться, то разработчики обвинят во всем тебя и твое отсутствие вкуса. Или просто купят отзывы в Steam. Честно говоря, я наивно полагал, что так не бывает. Точнее нет, я и подумать не мог, что кто-то будет покупать отзывы в Steam. Но на самом деле, почему бы и нет? Журналисты PC Gamer Sand покопались на сервисе услуг Fever и нашли там множество желающих написать отзыв в Steam за какие-то 5 баксов. Казалось бы, большие корпорации должны вливать в таких людей свои миллионы, превращая их в миллиарды. Но нет. Смотрите список игр, которые чаще всего встречаются в библиотеках ложных отзывиков. Не знаю ни одной, кроме симулятора кошеньки. Так что поверьте, бездушный AAA, правда, любят очень-очень многие. Теперь к бездушному AAA. Разработчики Total War Warhammer показали гномов. Они-то, может, и бородатые, и брутальные, но ребята вышли чересчур эмоциональными. Конечно, у них есть задача вернуть свои территории, но при этом они еще ведут какой-то список обид, возмездие за которые окупается наградой. Мне, честно говоря, трудно представить такой список, но, наверное, получается как-то так. А напоследок ловите немного красоты. Конечно, Windows 10 фу-фу-фу, не поставлю, но DirectX 12 серьезно преображает игры. Хоть и пашет не на всех видеокартах. А с вами был Паша Пивоваров, который пашет на всех видеокартах. До встречи в понедельник в 20:00 на том же самом сайте. Друзья, этот милый котеночек очень грустит, когда вы не делаете репосты наших видео и не подписываетесь. Нажмите на котеночка, чтобы подписаться на наш канал. Всем мур-мур, пацаны.